Ральф, иди сюда. Пейдж Денин, агент Вилсон Эккарт, департамент юстиции. Это Ральф? Что вам нужно? Вы оба должны поехать с нами. Это касается нацбезопасности. Но что я сделала? Не вы, мэм, а ваш сын. Давайте, за мной. Ладно. Что за черт происходит? Расположение и планировка здания просочились в интернет как секретный уровень в онлайн-игре. Опять же, при чем тут Ральф? В игре тысячи пользователей. Но только двое нашли секретный уровень и расшифровали информацию. Наркокартель, расстрелявший агентов, и Ральф. Значит, он случайно на него наткнулся. Ральф был так глубоко в игре, что не каждый хакер может туда добраться. Так что он не просто наткнулся. Главное, данные об этом месте были засекречены информацией ЦРУ. Откуда у него могла оказаться информация ЦРУ? Мисс Денин, мы не привозим сюда случайных людей с улицы. Либо Ральф знал, где тайный уровень и имел к нему доступ, либо имел отношение к созданию самой игры.